популярная блогерша Ксения Никитина погибла в ДТП. Страшная авария произошла сегодня на 87-м километре трассы М8 Холмогоры. Популярный блогер Ксения Никитина погибла в результате ДТП. Подписчики не могут поверить в случившееся. Очевидцы сообщают, что девушка ехала на мотоцикле со скоростью 160 км в час и не заметила в левом ряду трактор. Коллеги-гонщицы признаются, она специально повернула голову, чтобы снять колонну мотоциклистов на камеру, из-за чего и произошло столкновение с транспортным средством. Шансов выжить у нее просто не было. Мотоцикл после удара отбросило в сторону, а женщина пролетела еще несколько метров по дороге. Приехавшие скорая и полиция констатировали смерть. Сейчас на месте работают службы. Отметим, Ксения была известна среди мотоциклистов. Она вела блог в социальных сетях и рассказывала о любви к байкам. Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся мотоциклы. Дом – это место, в котором твой мотоцикл стоит так долго, что после остается несколько капель масла под ним. Один мотоцикл на дороге стоит двух в магазине, писала погибшая. Подписчикам она регулярно рассказывала о новых моделях мотоцикла и публиковала красивые ролики. Кроме того, Никитина любила ездить по разным городам России и снимать влоги, а себя называла блондинкой за рулем.